Георгий. Строки только о главном. Порой так страшно от современных христиан. Кресты на шеях, но в душах жаль нолик. Еще вчера он был всего лишь малость пьян, уже сегодня он закадычный алкоголик. Детей несем мы в храм скорее покрестить, ну а потом от нас ни слова им о Боге. Еще спешим мы в храм куличек осветить, ну а на службу не доходят что-то ноги. Потом мы с яблоками, с вербами зайдем, и, может, раз, другой, сорокауст закажем. Но вот на исповедь все как-то не дойдем. А что идти-то? Да и что мы кому скажем? Можешь повенчаться, все же модный ритуал. Вы подскажите, в храме можно фотосъемку? Спустя же год хочу, чтоб развенчал. Мы в том же храме с ней крестили сына Семку. Порой страшно от современных христиан. Да и какие мы, по сути, христиане? Нам ближе день, в котором сыт да пьян, или отмокать с вином да в ароматной ванне. Чужды гонения и мученический венец, чужды молитвы, учения, посты. Он не накажет, он же любящий отец. Да и за что, когда мы так чисты? Мы ж осветили машины и дома, воды крещенской набрали с горкой бочку, но не набрали, жалко, вот ума. Да, Бог нас терпит, но поставит над «и» точку.